Висящие над головой сосульки, а под ногами каша из рыхлого снега. Такой квест приходится выполнять жителям домов на улице Павловского в Заволжье. После обращения граждан в домоуправляющую компанию действий не последовало, поэтому местные жители обратились в Балахнинский отдел госжилинспекции, который контролирует работу домоуправляющих компаний в Сокольском, Городецком, Балахнинском, Кавернинском районах и Чкаловске. По факту обращения инспекторы ГЖИ выехали в Заволжье на проблемный участок. Мы обращались в Балахнинскую жилинспекцию. Отреагировали моментально, снег тут же убрали, потому что у нас покупателей очень много, страшные сосульки и с дороги подход, чтобы был. Жители изначально обращались в управляющую компанию, параллельно они обращаются к нам с целью того, чтобы данный вопрос был проконтролирован нашим органам. Здесь целый комплекс работ по зимней уборке, это очистка кровель от снега и наледи. Также это расчистка дворовых территорий, то, что касаемо тех территорий, где жители проходят к своим домам. Это и пешеходы, которые проходят вдоль этих домов. Соответственно, данные дороги должны очищаться. В обязанности домоуправляющих компаний в зимний период входит не только очистка от снега проездов и тротуаров, но и очистка кровель от снега и сосулек, очистка крыш, чтобы не образовывалась наледь в дальнейшем. Коммунальщикам, которые вовремя не выполнили свои обязанности, было объявлено предостережение. По информации госжилинспекции, за невыполнение своих обязанностей обслуживающих организаций ждет штраф. За нечищенную кровлю и нечищенный двор для ТСЖ и ЖСК сумма может доходить до 50 тысяч рублей, для управляющих компаний до 300 тысяч. С начала 2022 года из-за плохой уборки снега и сосулек Балахнинский отдел госжилинспекции в отношении ответственных лиц составил 16 протоколов. Служба информации, Артемий Катков.